Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и сегодня мы с вами продолжаем проходить первую часть Plants vs. Zombies. В чем прикол? Как вы помните, в предыдущей серии мы с вами полностью прошли все наше приключение, в общем-то, прошли, кстати, прикольная зеленая ромашка. Да, собственно, прошли, и сегодня, как вы думаете, что мы будем с вами делать? А вот есть еще чем заняться. Есть у нас прекрасные мини-игры, которые мы еще не играли, которые я даже еще не открывал, честно говоря, ни разу. С удовольствием затыщу, ну а вы ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы хотите увидеть еще больше видосов по этой игре. Итак, мини-игра слот-машина, типа однорукий бандит. Чё надо... О май гад, а это прикольно. 2000 солнышек надо набрать, чтобы пройти этот уровень. Нифига себе. Так, ну давайте думать, что мы будем здесь делать. Стенку я предлагаю выстраивать где-то здесь, примерно. Солнышки нам периодически... Найс, это хорошо. Периодически падают еще и сверху, что тоже прекрасно это вообще прекрасно. Прекрасно складывается то, что у нас есть как бы постоянный плюс, как бы такой неприкосновенный запас. Но иногда мы можем даже и ничего не выиграть, проиграть, что, конечно, не так приятно. Так-с, ну давайте сюда посадим примерно. Нам нужны с вами дамажащие растения, прям безумно сильно, естественно. Ой-ой-ой. Потому что на них будет держаться наша... Ну, хотя бы по одному на каждую линию нам полюбас надо, ребят. Капец, а я пока вообще ничего не выигрываю. Чё за однорукий бандит такой накрученный? Слушайте, ну это уже вообще реально жестко. А можно мне, пожалуйста, уже... А чё это такое реально? Окей, но мне нужны растения. У меня уже орех-то почти съеден, а там уже еще один идет. Алло. Блин, ребят, я походу капец невезучий. В лотерею идти нельзя сегодня, а что это? Спасибо, конечно, большое, но мне срочно нужен теперь еще один на эту линию. Окей, спасибо. Хотя бы, ну, хотя бы на этом спасибо, хотя бы. Но моя оборона сейчас уже будет прорвана. Я думаю, что он даже успеет сожрать наш орех к тому времени, как... А, нет, не успел. Ну, хорошо. Так, окей, сразу сажаем еще сюда, конечно же, чтобы у нас с вами все линии были задефаны, хотя бы понемножечку. Надо еще сюда один поставить, конечно же. А когда все линии будут задефаны, в принципе, мы можем с вами уже думать, какие из них слабее, какие сильнее. Ого, это было приятно, это было хорошо. Это был джекпот, ребят, 3 сразу. Это, да, мне понравилось. Ладно, идем дальше. Будем, конечно же, высаживать сейчас сюда те, которые не усилены заморозкой. То есть нас сейчас больше интересует, конечно же, вот эту линию задефать дополнительно. Потому что здесь, ну, замораживающие они более-менее справятся. Так, давайте вот сюда поставим, пока это самая слабая линия. Нам надо ее дефать больше всего. В чем прикол? Нам нужно собрать с вами 2000 солнц, чтобы победить на этом уровне. То есть, по-хорошему, нам не только вот дамажащие растения, они как бы сдерживают волны. О, волны. Но, тем не менее, нам также нужны и солнышки очень сильно, потому что на них держится наш постоянный доход, скажем так. Давайте сюда поставим. Нас уже это, в принципе, не очень сильно интересует. Можно было даже сюда поставить, наверное. Пока что солнышки попадаются нам не то чтобы часто. Где-то в районе 200 солнц у нас держится по КД. Так, давайте, наверное, вот сюда я поставлю. Поэтому нам бы, конечно, побольше солнышек. Это было бы прям чудесно. Но пока что есть, то есть. Давайте смотреть, что будет дропаться дальше. Я прям уже вижу, что зомбов становится больше. А их все больше и больше. Естественно, будет играть все сложнее и сложнее. Так, давайте, наверное, сюда пока что. Но посмотрим, сможем ли мы справиться с этим. Надо бы еще вот здесь задефать, конечно, линию желательно. И, конечно, желательно прям по КД. Так, давайте сюда. По КД грузить, ну, вот этот аппарат, так сказать, чтобы как можно скорее выбивать новые вещички. Так, здесь у нас с вами два. Они нормально себя чувствуют. Слушайте, ну, все больше и больше, кстати говоря, попадается... замораживающих горошков, что, конечно, хорошо, но мне бы хотелось все-таки побольше солнц. Это сейчас мне реально более важно, если уж так вот честно говорить. Так, ну чё, неплохо, неплохо. Солнышек дается. Все-таки, да, я, наверное, не пойду, ребята, в лотерею играть. Явно мне сейчас не особо-то везет. К сожалению. Очень много у нас уже дэмэджа. Я с этим, конечно же, согласен, но...
У нас просто постоянно держится в районе 250. А тут уже бронированные зомби пошли, прям чуть ли не каждый из них. Ай, прям заметьте, меньше 200 не опускается, но и выше 200 у меня еще, по-моему, не было, к сожалению. Да, и очень много холостых вот этих прокруток, как видите, мы вообще ничего не получаем. Это, естественно, самый большой минус, когда вообще ничего нету. Слабенько, слабенько. Ну, здесь, так сказать, ребят, честно вам скажу, все решает рандом. Естественно, от нас мало чего зависит. К сожалению, я даже не могу ничего сделать, кроме как крутить. Просто реально у меня нет варианта. Кстати, интересно, а если... Слушайте, а вот просто ради интереса. А-а. Да, я... Ну, типа, риск. Это был риск, но я хотел рискнуть, посмотреть. Зачем я это сделал? Чтобы посмотреть, дают ли дополнительные солнышки, если ты вырываешь растения. Потому что мы могли посадить его, например, потом вырыть и получить за это буст. Но, к сожалению, так это не работает. На самом деле, даже больше этих вот бустов, которые мы с вами периодически получаем, я реально намного сильнее хочу получить солнышки. Они нам намного больше нужны, реально. Потому что, ну, посмотрите, у нас уже очень много таких вот растений, а солнышек тупо нифига нет. 307, 400, кстати говоря, мы вот таким вот незаметным образом уже удвоили наш дэмэдж. Ну вот я, кстати говоря, уже не знаю даже. А если вот так сделать? Не, не дается. Ребят, просто перепроверил на всякий случай, понимаю, что, может быть, не надо было, но хотел перепроверить. Блин, может быть, это заскриптовано, потому что уже, смотрите, у нас с вами уже так-то 6 соточек, только что было 2, а уже 6. О май гадэбл. О май гадэбл. Так, здесь один, давайте сюда посмотрим. Вроде бы сейчас дэмэджа у нас уже просто мама не горюй, но все еще нужно больше солнца. 2000, ребят, напоминаю, 2000 нам с вами нужно, естественно, ни в коем случае. Так, давайте вот сюда поставим. Ни в коем случае нельзя терять солнышек. Я не знаю, как это вообще может случиться, но если вдруг что, терять, то мы их просто ни в коем случае нельзя, конечно же. Так, 600 из 2000. Блин, жесть, как же мало выпадает всего вот того, что... Ну, только вот такие бусты меня поддерживают морально, потому что вот только благодаря им мы с вами потихонечку еще держимся на плаву, естественно. Спасибо большое. Побольше бы вот таких ребят, которые нам сильно помогают. Но, ладно, в принципе, мы с вами уже подбираемся к косарю, а там останется только половинку прокрутить. В принципе, когда останется 1900, мы можем даже с вами просто перестать крутить. Чудо, чудо просто настоящее. И вот на этих трех солнышках мы с вами народим себе соточку. Так, вот если вот какие-то гаргантюа пойдут, ребята, или типа того, вот это уже будет на самом деле жестко. Я даже и не знаю, я буду сажать теперь уже сюда, наверное, за пределы даже обороны, потому что нам надо сохранять места еще и для солнц. Блин, вот ледяные. Я, может быть, буду удалять обычные горошки. Вот сейчас, если еще один ледяной появится, я его посажу сюда, а дальше буду удалять здесь горошки и сажать вместо них ледяные. Ну, либо сажать просто обычные горошки вот за пределы нашей линии. Потому что нам нужно место для солнца. Нам реально нужно место для солнца. Здесь ничего не попишешь. Это правда так. Такс, окей, орех. Давайте сюда. У нас уже вторая линия обороны выстраивается. Я пока не знаю, буду ли я первую удалять, или мы с вами просто будем строить как бы еще несколько линий. Посмотрим, как пойдет. Так, все, ребят, теперь, я думаю, пришла пора делать вот так вот. Давайте потихонечку сразу освободим себе два места, чтобы не париться и не думать потом. Думаю, что... Отлично, вот прям идеально. Прям вот как чувствовал, если честно. 800 уже 70... Болею до сих пор, ребят, ну как же я рад. Косарь есть, половину сделали. Половина тупо набита. Идем дальше. Давайте смотреть. Кашель меня сейчас замучает, но просто доволен, ребят. Единственное, что меня действительно очень сильно радует, это то, что у нас теперь солнце становится просто, ну, именно такое количество, с которым... С которым можно работать. И не только можно, но можно это делать в кайф, потому что у нас их реально много. Так, вот это солнышко, конечно, у нас немножко такой, я бы сказал, неприятной ситуации, потому что оно очень близко к... В принципе, здесь две линии защиты, я даже не знаю, в принципе, даже можно, наверное, и не особо об этом думать.
Такс, пока что у меня есть еще одно место, я думаю, что может быть потихонечку убирать вот эту линию защиты, кстати говоря. Я вот сюда еще хочу солнышко поставить, а потом думаю, что я буду убирать вот эту линию защиты и туда ставить солнышко. Потому что, ну вы просто посмотрите, у нас уже чуть ли не две становятся, и при этом мы уже очень хорошо по солнцам идем вперед. Да, я думаю, что здесь уже у нас не составит труда выиграть, ребята, это довольно-таки изичная мини-игра на самом-то деле. Поначалу казалось, что будет реально тяжело, но нет, мы вроде бы отлично справляемся. Уже почти что 1500 у нас с вами есть. И при этом еще, опять же, наши солнышки нас радуют просто по КД. Постоянный, так сказать, приток наших солнышек. Дополнительно. 1400. Так, ну дайте мне еще бонус, что ли, какой-нибудь. Чтобы, так сказать, побольше. Побольше хочу. Давайте, наверное, уберем вот эти парочку. Потому что, ну, я уверен, что никто здесь не пройдет. Еще солнце, найс. Поэтому мы можем спокойно убирать вот эти вот места. И спокойно, так сказать... бронированных столько, вы просто посмотрите на это. Здесь уже реально надо бы ускориться желательно, потому что я боюсь, скоро они могут начать прорываться. Я, конечно, не уверен, но что-то такое ощущение имеется немножко. Так, 1800, ребят, 200 солнц нам осталось с вами. Я пока еще кручу, конечно, колесо, но, в принципе, я думаю, что мы можем изи уже накопить, даже и не крутя. Ну, давайте сейчас посмотрим, если еще что-нибудь выпадет интересно. Просто если бонус выпадет на солнце, то мы сразу же все покроем абсолютно. Так, там мне показали, походу, что 100 солнца осталось, но опа. Ну чё, подождать, что ли? Осталось... Two kind of three plants. Да, это всё понятно, да, ну, как бы, да. Изи, ребят, просто я доволен. Это было очень легко, мы с вами затащили. Поначалу было реально довольно стрёмно, но потом все стало очень даже ясно. Здесь что? Довольно много разных зомби, кстати. Бассейн, дождь, туман. Полный комплект. Еще и ночь, конечно же, тоже. Что мы можем здесь сделать? Куда мне его сажать-то? Где здесь? Куда? Где он пойдет-то? Я не пойму. Ладно, давайте сюда посадим. Я так понимаю, что нам будут выдавать какие-то... Ага, нам здесь семена будут выдавать, которые типа падают с неба. Я понял. То есть какие-то из них могут быть, конечно, хорошие, но какие-то из них будут полный отстой. Так, вот где он пойдет, мне интересно, я без понятия. Давайте сюда, конечно, все поставим пока что, но я, естественно, даже... Блин, ну вот это растение, оно бесполезное, оно будет нам давать монетки. Мне здесь монетки не так важны, мне важно здесь победить. А здесь, кстати, 4 сильных волны, и это гораздо более серьезный, так сказать, трабл. Ладно, это злой пешутер, который по 2 стреляет, я думаю, что мы сможем здесь затащить, все нормально. Так, это тоже начинает дамажить. Окей, он дамажит издалека, в принципе, норм. У нас только эта линия не защищена от слова. Все, теперь все линии защищены хотя бы чуть-чуть. Ну, я так понимаю, что этот уровень будет довольно долгий. 4. Так, у нас есть халапенье, блин. А куда мне его поставить-то? А где оно исчезнет? Вот здесь где-то или как? Оно исчезнет вообще или... Вот мне реально интересно. Так сделаем. Реально стрёмно просто, я боюсь, как бы оно исчезнет потом и будет очень печально. Давайте сюда поставим. Поэтому на всякий случай, так сказать, на всякий случай. Давайте сюда поставим вот эту штуку. Он, во-первых, оказывается, кстати, не знал, освещает одну линию вокруг себя, одну ячейку. А во-вторых, конечно же, это отлично комба с пешком, естественно, само собой. Что очень даже для нас хорошо. Такс, чё дальше? Пока что даже сильная волна ни разу не была. Кстати, реально довольно интересный уровень в этом плане. Если честно, реально любопытно на нем играть пока что. Ледяной пешутер здесь поможет. Все-таки этот гриф не особо прям мощный, поэтому я думаю, что это пригодится. Кстати говоря, нам бы еще и сюда что-нибудь поставить. Какие-нибудь тоже пешутеры, либо катапульты. Вот, кстати говоря, мне кажется, хороший вариант. Потому что здесь-то у нас особо вообще защиты нет пока что. Поэтому пригодится, пригодится. Так, магнитик, найс. Я думаю, что есть смысл поставить его куда-нибудь сюда, наверное. Чтобы он вот эти линии как бы дефал. И сюда тоже еще один поставим, если еще будет. Чтобы он тоже снимал, так сказать, лишнюю бронечку, и нам было хорошо. Блин, кабанчик, ну мне кабанчика, я даже не знаю, куда поставить. Ну давайте сюда, типа, если уж кто-то близко подойдет, пускай. Хотя можно было бы даже сюда поставить, тоже хороший был вариант. Давайте поможем. Давайте не будем долго думать, потому что, опять же, эту... Хотя можно было бы позащитнее поставить. Ладно, пофиг, в принципе, так тоже можно. Так, смотрим дальше. Грибочки эти — это хорошая тема. Даже если мы ими пожертвуем, ничего страшного. Они как бы свое дело будут делать. Это все норм.
отлично, золотая монетка. Кстати, вот зря я сказал по поводу... Так, куда нам ставить? Давайте попробуем сюда. Я не знаю, кого я убил, ребят, честно, вообще без какого-либо понятия, но думаю, что свое дело мы все-таки здесь сделали. Какую-то, по крайней мере, часть, скорее всего, точно. Так, станем. О, нифига себе. А я не знал, что он отбирает. Блин, вот я, кстати говоря, зря станем сюда поставил. Мы тупо с вами подставили нашего чувака. Ой, блин, как же мы его подставили, ребят. Мы тупо потеряли важную... Ну, ладно, мы его вернем, конечно, но станем... Я лучше уберу тебя, нафиг. Конечно же, это было глупым решением. Я просто на нем не играл ни разу в именно этой игре, поэтому так получилось. Такс. Окей, давайте сюда второй. Этот ромашечку поставим, чтобы давало нам денежки дополнительные. Грибочек поставим. Давайте сюда. Я так думаю. В принципе, пока норм. Я пока себя чувствую прям вот прям спокойненько. Пока что я особо не напрягаюсь. Конечно, нас еще ждет 3 сильных волны. Я не удивлюсь, если будут и Гаргантюа на этих волнах. Это мы можем использовать как деф. Такой тоже хороший, как вариант. Поэтому посмотрим. Мне бы вот сюда еще что-нибудь поставить, потому что вот здесь отдельный вот этот чувак вряд ли справится. Даже так. Даже так, в принципе, нормально. Так, отлично, мы с вами зарабатываем деньги, ребят. Скоро, я думаю, будем покупать еще и премиум растения. В следующей серии уже даже возможно. Поэтому обязательно ставьте лайк, если вам игра нравится. Если вы хотите больше этого всего. Я-то только за, ребят, я с удовольствием. Так, мне опять же хорошо бы катапульту или какой-нибудь горошек вот сюда. Ух, вообще прям ровно то, что я прошу, ребят. Мне кажется, игра меня слышит. Идеально, тупо идеально. Конечно, да, опять же, все эти грибки водяные нам помогают. Они свое дело тоже делают, но... Как бы, зачем лишний раз париться, когда есть, типа, дополнительная защита? Мне кажется, что все отлично здесь работает. Так, вот этого я бы уже сюда не ставил. Я бы его поставил куда-нибудь, наверное, вот сюда даже. Потому что эта линия у нас чисто грибов. Кстати, мы можем убрать. Давайте уберем. Хоть посмотрим на зомбаков, которые на нас нападают. Кстати говоря, обратите внимание на... Ставлю. На вот этот слой земли. Это куда мы поставили с вами Doom-грип этот. Нормально, он сработал неплохо. Так, это давайте, наверное, сюда поставим. Потому что издалека он будет хорошо мочить. Это его дело. Миригольд поставим, давайте, наверное. Блин, а я уже не знаю, куда даже ставить. Ну, сюда, наверное, поставлю, чтобы хоть как-то. Так, защита. Я даже не знаю тоже. Ну, давайте сюда. Ну, в принципе, пофиг, по большому счету, не так сильно важно. Еще кувшиночку поставим сюда, как просто, опять же, дополнительный деф. В принципе, мы довольно шустро с вами справляемся с противниками, я вам так скажу. С вами растение. Вот это неприятно. Вообще неприятно, честно говоря, но... Как бы ничего не поделаешь, ничего не попишешь. Своровал, своровал. Я не мог никак задефать, к сожалению, поэтому... Тупо потеряли с вами водяной гриб. Тупо его вернули. По сути, ничего не... Ага. Вот это мне уже честно не нравится, ребят. Потому что я не особо могу как-либо задефаться. И меня это немножко напрягает. Так, нам нужно что-нибудь сюда поставить в таком случае. Вот такая тема. Чё-то они на... О, это вообще, кстати говоря, тяжелая артиллерия подъехала. Это, конечно, хорошо. Но если его уже сопрут, это будет вообще неприятно. Слушайте, вообще реально подъехали прям нормально такие челики. Мне бы сюда, может быть, даже как-то задефаться еще дополнительно. Потому что, ну, он, в принципе, сожрет, я так думаю, да? Ну да, да, найс. Но у нас здесь особого дефа нет. И мне бы хотелось сюда что-нибудь поставить, я вам честно скажу. Хотелось бы. Так, этот подорвется, походу, или нет? Не, он нормально, он даже так отъехал. Чё я хочу здесь заморозить? Давайте подождем немножко, сейчас посмотрим, что нам дальше выпадет. Я думаю, что куда-нибудь сюда поставлю. Вот сюда, найс. Хорошая заморозочка. Да не, ребят, вообще изи. У нас тут реально такая уже оборона, что только если сворут прям все ключевые растения, я даже думаю, что даже тогда мы с вами нормально справимся. Очень все у нас здесь с вами неплохо. Очень неплохо. Вот эта линия меня на самом деле больше всего не нравится, потому что тут не очень хорошо расставлены растения. Но в целом, я думаю, что это тоже не отлично. Так, берем Doom-грип. Нам надо будет сейчас красиво его поставить. Хотелось бы дождаться, наверное, большой волны. Вот если бы она пошла, его поставить было бы вообще в тему. Сейчас посмотрим. Но эти растения пока можно скипнуть. Сейчас подождем чуть-чуть хотя бы. Так.
Кувшинку скипаем, пофигу. Вот Меригольд хотелось бы уже забрать. Ну вы пойдете или что? Блин, ну давайте быстрее. Дай. Все, успел взять. Жадность, ребята, жадность. Ну что поделать, ну не хочу я пропускать мою дорогую лишнюю. У меня она еще пригодится. Давайте сюда поставим по КД сразу же, чтобы здесь, ну как бы я вижу, что довольно большое скопление, можно сразу его реализовать. И у нас, по сути, с вами остается только одна. Красиво. Красиво, ждем, пока ждем, 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 ждем. Защиту можно поставить на Меригольд. Кстати говоря, вот это плохо, что... Успею, нет? Не успел. По сути, потратил зря, ребят, но реально жалко, что я потратил очень хороший... Короче говоря, жалко, что потратили пенек. Здесь баф был реально жесткий с этого пенька, но он реально очень сильно повлиял, поэтому печально, что мы его потеряли. Здесь, прикиньте, просто сразу 4 огненных горошка работали на этот баф. Это, конечно, было очень сильно, но ничего не поделаешь, бывает. Такс, да ну видите, да, то есть они пробивают теперь хуже, конечно же, без бафа этого, но... Опять же, ничего не поделать, что есть, то есть. Опа, даже такой появился. Давай обратно, чувак. Не тупи, давай обратно. Так, я думаю, что этого они загасят. Даже не успеет он, скорее всего. Он не успел, слушайте. Кстати говоря, что-то они начали наседать, если честно. Я вот так обращаю внимание. Вы посмотрите, вот эта линия довольно жесткая. Так, репитер, давайте вот сюда поставим, чтобы он сразу по нескольким линиям тоже гасил. Жестенько, жестенько наседают. Но и у нас растения стали появляться более мощные, справедливости ради. Но мне вот эта линия прям... Вроде бы арбуз стоит, но не знаю, как-то не особо защищена, так сказать. Защищаем Меригольд, конечно же, для нас это самое главное растение. Так, здесь все ок, здесь у нас взрыв есть, если что, но я думаю, что мы даже так... Просто не мог я сюда ничего поставить, ребят, ждал, ждал, конечно же, когда выпадет мой дорогой пенек, и вот он выпал, прекрасно. Последняя сильная волна, давайте смотреть, что нас ждет в результате, ребят. Так, пенек, куда я могу поставить красиво, давайте сюда. В принципе, не обязательно даже было его сюда ставить, вот. Ставлю все, что есть уже сейчас, потому что, естественно, это значение не имеет. Все газонокосилки у меня на месте, соответственно, все работает в любом случае, как бы там ни было. Все линии уже засейвлены. Вопрос только, так сказать, времени. Так, они как там сожрут? Они сразу сожрут вместе с кувшинкой? Или я смогу сказать? Нет, могу. Отлично. Подзабыл немножко, если честно, но как бы все работает, все хорошо, все замечательно. Я думаю, что вряд ли они прорвутся через этого здоровяка. А я тем временем подожду, пока выпадет еще кувшиночка. В таком случае я смогу поставить еще и прекрасный... не смогу, походу. Нормас, нормас, ребят. Изи прошли, и этот уровень тоже. 10 тысяч солнышек. А это значит, что в следующей серии, дорогие друзья, мы не только поиграем с вами в мини-игры, но и откроем, вполне вероятно, новенькое растение. На сегодня, пожалуй, что все. С вами был Чинаск, и увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи, дорогие друзья, и пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах, запомните их и присоединяйтесь.